Дорогие друзья, всех приветствую, всем ассаламу алейкум. С вами я, Мухаммад Муртазалиев, и вы сейчас на канале Шеф Готовит. Сегодня у нас очередной вкусный выпуск, где мы сегодня приготовим с вами очень вкусное, полезное блюдо, которое называется щорпа из телятины. А сделаем мы это в афганском казане на костре. Я сегодня взял вот такие вот свежие, хорошие телячьи ребра. Вот такие вот они у меня крупные. Для приготовления щурпы нам потребуется совсем немного ингредиентов. Их можно будет сосчитать на пальцах одной руки. Но блюдо будет таким вкусным, что позавидуют самые даже крутые рестораны. Начинаем. Приятного вам просмотра. Для начала, друзья, почистим картошку с морковкой. Прям как в армии. Как-то раз ко мне в гости приезжали товарищи с телевидения, они снимали репортаж про мою беседку, про мой блог в ютубе, и я им приготовил одно из блюд, было то, что я им приготовил, это была щурпа. Так вот, они оставили стейки и начали кушать щурпа, потому что им безумно понравилось. Знаете, друзья, помимо того, что это блюдо очень вкусное, такое натуральное прям, оно, помимо этого всего, оно очень полезное. Так что зафиксируйте эту информацию у себя в голове. Вода холодная. Сейчас в холодной воде буду мыть руки. Мыть руки, говорю. Мыть овощи. Руки замерзли моментально. Так, наши овощи мы почистили с вами, помыли их в холодной воде, правда. Ну, теперь займемся ребрами. Ребра у нас такие шикарные. Давайте я вам сейчас покажу их крупнее, посмотрите. Удалим пленку, друзья.
Вот эти ненужные жиры мы отнесем уткам. Нарежем наши ребра. Вот такие вот кусочки будем загружать в казан. Наш многоуважаемый афганский казан, кстати, это незаменимая вещь в хозяйстве. Погружаем наши ребрышки, вот такие замечательные, мясистые, мраморные ребрышки в казан. Затем нарезаем крупно картошку и морковку. Вот прямо такими крупными кусками. И тоже отправляем в казан. Соль, перец. Соль у нас крупная. Перец у меня настроен на крупном помоле. И добавим немного лаврового листа. И теперь самый главный ингредиент, который придаст нам всю магию вкуса и все это поженит между собой, это H2O. Добавляем воду, друзья.
затягиваем крышку плотно. И проверяем клапана. Все работает. Кстати, друзья, а такой вот замечательный афганский казан вы можете приобрести у интернет-магазина «Шелковый путь». У них действует доставка по всему миру. И, кстати, по промокоду «Шеф готовит» вас будет ожидать приятная скидка. Так что заказывайте у надежного интернет-магазина «Шелковый путь». Дорогие друзья, ждем максимум минут 50 и получим вкусное разваренное мясо и, в общем, блюдо, которое называется у нас шурпа из говядины. Все давление мы выпустили. Теперь аккуратно открываем. Сейчас проверим. У нас мясо получилось. Чурек и сыр. Дорогие друзья, сегодня у нас все скромно, все, так скажем, по-сельски, по-деревенски. И как я заметил в комментариях, вы заскучали за человеком, который всегда вовремя приходит. Попросим его за стол. Гусейн, проходи. Ты как всегда вовремя пришел. Ассаламу алейкум. Сегодня у нас Гусейн на ужин шурпа.
приготовлены по классическому рецепту. Пробуем. Бисмилля. Нам приятного аппетита. Смотрите, друзья, как разварилась картошка. Вот так. И как морковка разварилась. Горский сыр очень вкусный. Дорогие друзья, получилось просто шедеврально вкусно. Блюдо, оно как раз вот зимнее, чтобы согреться, как говорится, изнутри. Также оно очень полезное. Мясо у нас горное, сыр у нас горный, бульон у нас наваристый, крепкий. Посмотрите, как он красивый. Я доволен результатом. На самом деле, обязательно приготовьте, попробуйте приготовить это у себя дома. А если у вас нету такого афганского казана, то вы можете, как я и говорил ранее, заказать его у интернет-магазина «Шелковый путь». Ссылку оставлю на интернет-магазин в описании. Друзья, ну а на этом мы с вами, я думаю, не прощаемся, а говорим вам всего лишь до свидания. Обязательно подпишитесь на мой канал «Шеф готовит», ставьте свои лайки, оставляйте комментарии. Это все помогает в дальнейшем развитии канала и продвижении. И напишите в комментариях, соскучились мы за этим дегустатором или нет. Что-нибудь скажи пару слов. Да, по-любому соскучились. Думаешь, соскучились? Уверен, на все 100. Всего доброго, друзья. Салам алейкум.